Сегодня 17 апреля. Ночью у нас минус 3. Все подстывшее. Ну, вот так оттаяло. Вот здесь, смотрите, я повзрыхляла. Так вот. Сейчас пойду в теплицу. Тает, тает. Так. Я привезла растения. Сейчас. О, хорошо. Так. Ну, все. Друзья, пойдемте в теплицу. Так-то солнышко. Ой, какая красивая магония. Вот смотрите, как оттаяло хорошо. Снега слой небольшой. Совсем небольшой. Но земля замерзшая. Ой, земля. Видите? Лед. О, пойдем смотреть. Вот магонька красавица. Вот она. Сегодня подстригу, обрежу. О, тюльпанчики как повыходили. Тюльпанчики здесь я тыкала. Хорошо повыходили. Значит, надо рассыпать удобрения, пока земля, ой, талая. Нормально. Снега мало. Снега мало. Вот как елочка оттаяла. Вот. На штативе несу. Смотрите, как хорошо. Вон розочка оттаяла. Так, а здесь, наверное. Ой, извините, друзья. Здесь у меня, значит, вереск посажен. Смотрите. Так. Это эти, как их, каменные розы. Так, там, наверное, рябчик. Так, а там что, честно говоря, не помню. Вот он, вереск. Я садила. Так. Вот, заходим в теплицу. Ой, так, так, так. Так, так, так. Тут, конечно, жара. Вот открыла. Сейчас посмотрю, сколько градусов. О, водичка теплая. Так, сейчас скажу. Так, 23 градуса. 23 градуса. Тут я привезла растения, сейчас буду выставлять. Какая красота! Посмотрите-ка. Очень, очень хорошо. Так, не знаю. Друзья, вам видно или нет? Так. Так. Что хочу сказать? Все прекрасно. Все прекрасно. Смотрите. И капусточка очень хорошо вышла.
И вот это брокколи, что я высаживала. И лучок зелень пошел. Там он огурчик проклевывается. Вон. Все прекрасно. Так, видно, нет. В общем, что я привезла? Ой. Да. Конечно, кое-что я тут сломала, но ничего страшного. Это у меня как ее, хризантема уличная. Я с нее брала черенок, потому что они замерзают. Вон, смотрите, капуста, брокколи у меня в стаканчиках. Что, она сдыхает? Ее надо в грунт высаживать. Лук Exhibition. Ну, я его ничего не буду делать. Так. Это у меня гвоздика вегетативная. Так. Это все у меня капусточка. Составлю пока. Так. Это тоже капусточка. Так, это у меня лабелия. Привезла петуньку белую. Ой, видите, стаканчики уже. Посмотрите, вот там. Ой, листик. Листик сломала. Надо ее пересаживать, ребята. Посмотрите, что. Посмотрите, что творится. Так, это белая Аморе. Аморе Мио. Так. Это у меня тоже хризантема мультифлора. Так, капусточка. Это красная. Я даже прищипнула, она у меня тут уже цвет набирала. Тоже смотрите, что. Ну, прямо вообще уже все надо рассаживать. Все вести. Ой, видите, что? Так. По штучке привезла пока. Так. Ну, и это моя. Тоже надо перекинуть. Вегетативная бланкет. Там еще дома. Ну, вот эту вот в кашпо надо перекинуть. Вот так. Ну все, друзья. Поедем домой. Бочку снегом наложили, мешок одели, кресло вынесли. В общем, поделали такие дела. Вот. Порыхлили чуть-чуть. Ну, снега немного. Немного снега. Стает. Здесь очень хорошо все вышло. Нарциссы проглядываются. Все хорошо. Так, ну, гортензию я опять не обрезала. Ну, ничего, еще время есть. Грязно, очень грязно. Все, на этом буду прощаться. Всем пока-пока.